também disse, lagreta. Здесь опасно. Лучше возвращайтесь в лагерь. Возвращайтесь в укрытие. Что тут у нас? Меня зовут Анжела Блэр. Мы с моим мужем Паулем служим добровольцами в корпусе мира. Сейчас мы работаем на острове Паланай, крошечной деревушке на Восточном Нагорье, где нет ни электричества, ни телефонов. Мы прекрасно провели эти 2 года. Пожалуй, мы даже больше учились у местных, чем они у нас. Но теперь нам пора отправляться домой. К сожалению, в деревне случилась вспышка неизвестной болезни, и наш отъезд может задержаться. Симптомы проявляются внезапно. И инфекция поражает больных практически моментально. Вот поэтому я и веду запись, чтобы задокументировать события. Мой муж подхватил этот странный вирус еще прошлым вечером. У него кружится голова и поднялась температура. Я уже всерьез волнуюсь. Ты в порядке? Почему ты на меня так смотришь?
Господи! Еще чуть-чуть, и нам бы конец. А вы, черт возьми, тут откуда? Мы были на судне, но оно потерпело крушение. Теперь мы похожи в заднице, как и вы. Но, быть может, если лишить этих тварей моста, мы сможем вылезти из этой задницы. Насчет этого я и так уже в курсе. Чертов мост — наше слабое место. У нас есть заграждение. Может, получится их замедлить, перекрыв другие входы. Можете нам помочь? Постараюсь. Вот, спасибо. Берите рулоны с сеткой и растягивайте ее в указанных местах. Хорошо, что вы Хорошо, что вы справились. Приятно тебя видеть. Почему этим только я занимаюсь? Thank you.
Охренеть, чуть не накрыло. Ого, жаль, что до этого дошло, но иначе нам бы не вышло. Заграждение действует, но по поводу моста вы правы были, надо его взорвать. Это слишком опасно, надо взять ракетницу и поджечь с ее помощью бочки у моста. Я слышала взрыв. Вы взорвали чертов мост? Это действительно было необходимо? Слава богу, вы выжили. Ага, теперь за мной должок, мудила. Вставай, живо, сукин сын. Стоп. Я в долгу не останусь. Похоже, вы все знакомы. Я знаю, что вы обо мне думаете, но, клянусь богом, я не желал вам зла. Не я командовал операцией. Это все Серпо. И кто он такой? Он работает на частную фирму. Мое начальство в кармане у его начальства. Все решения принимают они. Мне жаль, что они с вами так поступили, но он никак не мог... Зачем именно они здесь, полковник? Ходят слухи, что они пытаются использовать эту чуму в качестве биологического оружия. У вас иммунитет. Полагаю, ваша кровь необходима им для исследования. Вы об этом знали и даже не попытались им помешать? Я солдат. Я выполняю приказы. Ну, солдат, слушай мой приказ. Иди-ка ты в жопу. Просто послушайте, я могу вам помочь. В Хендерсоне есть военная база. Я знаком с их командиром. У них есть продукты, вода, оружие. Они знают способ выбраться с острова. Когда мы в прошлый раз доверились военным, нас бросили в клетку. Послушайте, я понимаю, что вы чувствуете, но у нас не так много времени. Этот остров будет скоро взорван. Взорвать? Ага, то же самое нам об Аной говорили. Что-то там бомб не было видно. Вы в этом уверены? Понятно, почему столько вертолетов в последнее время. И все с ящиками со снаряжением. Именно. Они пытаются замести следы. И как только эвакуация закончится... Они хотят сбросить бомбу? Слушайте, я ни хрена не доверяю этому гаду, но его надо выслушать. А вдруг этот козел реально говорит правду? Надо сваливать с этого драного острова. Чтоб меня. Что ж, значит, в Хендерсон? Если это так, мы все отправимся с вами. Что ж, пора действовать. Иммунитет только у 5 из нас. Кому-то надо остаться и защищать лагерь, пока остальные уйдут на разведку. Хорошо, пора за дело. Ладно, полковник, но если вы лжете, да поможет вам Бог. Больше помочь будет некому. Эй, подойдите-ка сюда. Я могу вам чем-нибудь помочь? Окей, об этом острове, если мне удастся спустить по ограде ток, эти чертовы твари поджарятся еще на подходе. Но мне нужен источник питания. Кабели и аккумуляторы вполне подойдут. Можете принести немного? Конечно. Кабели лежат в сарае неподалеку отсюда, а аккумуляторы есть на стоянке. Я раньше на маяке работал, до того, как весь этот бардак...
хочу вас кое о чем попросить. Я могу вам чем-нибудь помочь? Вам стоит пойти осмотреть пляж. К берегу могло прибить что-нибудь с разбившегося корабля. Что-нибудь полезное. Вам стоит поискать. Атош! Храни вас Бог. Только, пожалуйста, будьте осторожнее. Там много этих тварей. Если это все надо выйдет поговорить за пределы островов, конец всему. Интересно, много ли Харлоу услышал?
раз есть. А? Посмотрим. Нашла.
нашла. Кажется, все есть. Черт, мне надо отдохнуть. Вам стоит поговорить с Харлоу, ей об этом острове все известно. Знаете, я раньше на маяке работал, до того, как весь этот бардак начался. Послушайте, надо поговорить. Храни вас Бог. Вашими стараниями мы все проживем чуть-чуть подольше. Если вы принесете мне консервы, я могу наготовить вам вкусных и здоровых блюд. Если это все выйдет за пределы островов, конец всему. Вы с Харди друг друга не жалуете, правда? Этот гад меня в трюме корабля запер. Едва жива осталась. У остальных из-за этого проблем не будет, правда? У нас и без того забот полон. Не забивайте этим свою прелестную головку. Просто скажите, как добраться до Хендерсона. В джунглях все размыто муссонами. Так что, видимо, только море. Тут есть один парень из Халая. Он говорит, это рыбацкая деревня. Там должны быть лодки. Если удастся заполучить одну, можно будет легко добраться до Хендерсона. Когда в путь? Очень неудачный момент. У нас мало времени, понимаете? Надо начинать действовать уже сейчас. Время. Интересно. Известно об острове происходящем здесь. Дайте знать, если вам понадобится помощь. Надо проверить, все ли у нас есть, а потом уже отправляться на поиски. Знает, в какой момент эти сраные говнюки.